14 февраля в 13:00 в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина состоится открытие выставки «Пушкин и русский мир» заслуженного художника России, скульптора Татьяны Бусаревой. Самобытный автор работает преимущественно в жанре портрета. Наиболее оригинально в трактовке художницы – дерево, которому она хранит верность на протяжении всей своей творческой жизни. «Пушкиниана» – одна из основных тем творчества Татьяны Бусаревой.